бы когда сразу спрашивали. танк По поводу нужен? рыбы, кто спрашивал, скрытник, да, нужен. По поводу скрытника, кто спрашивал, то там он несложный, если есть 2, 4, 6 контроллеров. То есть неважно магия, главное, чтобы было 6 контроллеров. А, типа выходящий трэш за контроллер, понятно. Ну, смотри, извините, ребят, перебью. И помимо Тохи, все остальные банды наши, ну, может быть, свой, да, гильдии, желающие. Тоха, надо Зуламанда бить 3 босса, ну хотя бы Малкрафта убить обязательно, Тоха. Я нихуя не курит, понял, там, ты лагаешь. Курит. Иди нахуй. Витя. Ты не лагаешь, кстати. Сколько там токен? По времени. Ну, зайди на пало, заберешь, 59 минут. Ладно, сейчас. Я говорю, Тоха, надо убить курицу и малокраса обязательно сегодня. После рейда пиво обсудим. Да, да, да. Мне нужна голова на лоб. Все, я тебя услышал, я отошел по плечу. Теперь наша гильда. Смотрите, Войд кидает шмотку в Войд чат. Войд, подождите, я Войда заберу на минуту. Войд, Джованни спрашивает, будет ли ему за прием КД ЕП за... Да. Фуловая, да? Да. Окей. Все, порешали, давай, Миксурка, говори. Войд тут, нет? Угу. Да, он тут. Смотри, люди отошли, может, курить, т.д. Давай, когда мы зайдем в данж, чек будут, если все, разролим шмот и идем к боссу. Угу. Я бы вам, честно, запомог, но у меня КД на двух персах. Я тоже двумя был. Я не помню, я ходил или нет. По-моему, ходил. У меня нету КД. Да, у меня КД есть. Ну, давайте это после, когда мы с Ока закончим. Умора, с тобой там поговорим. Ты спросишь. Ну, мы спросим у тех, кто хочет, у кого нету КД, и поможем вам. Я отойду минут на 5. Витя. Да. А ты где? Я подлетаю, я сейчас сману тебя и заберу. Хорошо. Полипал Двенда, Макс. Ага. Там хосту этот свет на небес апает. Ну ты же понимаешь, да, если ты будешь хилить хуже, чем ты хилишь, то тебе пизда. Почему я должен хилить? Ты не должен, ты обязан. Бать, тут еще труп Свит Кофе лежит нахуй во входе. Виби, остановись, пожалуйста. Поставь мебель. На нем, мучачего, я опять отдаму. Я тоже в инсте бегу, подбегаю. Лут смени, Войд.
нас это. Где трэш обещан? Какой вот? Чулан траву пособирает. Спасибо. Спасибо, Виби. Мне туда надо 3 воронки. Иди нахуй, это уж твои проблемы. Ну и все, пусть с тобой. Ты как урка, блядь, дай мне 20 тысяч, я ему пишу, зачем? Он говорит, профу прокачать. Я типа не буду за голову покупать воронку, я что-то убою, что ли? Блять, Макс, на следующем КД пойдем нахуй, зайдем раз 5, почистим трэш, пофармим. В чем проблема? Стойло, что надо? Не спустись, там трэш ходит. Вот, заменка есть на ДД. Мне бы уйти надо. Да. Ты Samsung? Хорошо. Угу. Ну ИП да, давал уже, так что. Да-да-да, я понял. Я просто ливнул там. Какой это ДД? Или бычий голову взять какого-то хила в ДД, я не знаю. Смотрите. Я забылся, у нас есть паладин, танк, вар, танк, кто-нибудь? Паладин, танк, есть, ты. Я не танк. Вары есть. Вары, танки есть, да? Да, два, если надо. Все, отлично. Мой танк, наверное, слабоват. Так, что мы сейчас имеем по танкам? Кто у нас есть? Так, пожилой, микстур, перена. А, кто еще? Короче, успех. Я могу зайти, Антош. Мне Келли же хватает. Типа, я понимаю, почему вы на других боссов пихали больше, но типа на Келли больше 3, то уже что-то и жестко. Типа 1 на боссе, 2 на трэш, нормально. Так, вот. Спекайся. Слышь, Мура. Чё? Иди нахуй. Так, давайте я сейчас ставлю шкаф, ты сможешь ребят, которые не тут. Кстати, удивительно. Респаун трэша 1 час, а его нету. Тихо-тихо. Можешь фиксанули. Я не знаю, в прошлый раз так же сюда ходила, тоже трэш не резался. Возможно, он не резается, если ты не в инсте. Слишком он конченый, чтобы он резался раз в час. У вас есть один ДДшник, нет? Вот, хороший охотник. Все, пошлите остальных потом. Всех засмайли, нет? Чулана, давайте засмайли.
Сумоните дракона только нашего. Дискорд, гони, пожалуйста, кто-нибудь. Ой. Попробуй, пусть по этой ссылке. Все, вроде всех сломал. Так, я бил, короче, одну минуту. Давайте, пока патруля нет, фастиком сюда все скопируемся. Прислать этому портала, пожалуйста, ребята. Сари еще не подошел, да? Ну давайте, пока его нету, бить, блин, трэш потихоньку. Арнольд, иди череп на пули. Центуриона нужно уводить с рейда, если что. Ну я выведу, давай. Напулите их, чтобы они сюда пришли, чтобы мы не патруль не сагрили. Не кидайте в страх. Я так вот. Ладно. РДД Центуриона бейте. Милик, отойдите от него. Тех таких же справа. Центуриона будет. Стреляем рыцаря, потом на. Заберите, заберите, чтобы ДК грипнуло. Я грипну, сейчас. Прокрутится он. Я попросил страхи не кидайте. Три танка, три моба. Зачем страх кидать? Ждем патруль. Я правого отвожу, ты левого. Или наверху давай их держим, да и все. Да, давай наверху. Все.
Локи могут каст, наверное, закрыть Ферон своим. Я левого центриона. Мага, который все. Пиздок, я установил твой ДБМ, теперь мне придется опять прописывать БР и, блядь, и всю. Какие варианты? Зачем они платят? Это БК Фласки Баран. Халявный. Да? Боря, роль, блядь. Осторожно, тут моб идет. Ага, только. Давайте левых бьем. А, левых. Визитор, забери. Центуриона выведите оттуда. Милик, отойдите от Центуриона. Мы просто близко к нему стояли. Ребят, каст пытки сбивайте, пожалуйста, маги салом. Или ДКшники, каст сбивается. Ну, я как бы касты сбивал, пока живой был. Мастер, зато и голос. Рыцаря гритни потом старый. ДК рыцаря вытяните. Ну, да. Когда я добивать сперва центуриона, у него хп меньше. А потом мелики вольются. О, понял, как ему дать навсегда нахуй. Заебись. Спасибо. Вы трэш еще чистите? Да. Сзаду трэш бьем, который... Давайте. Центуриона я отложу. У них не так-то и много хп по 5 лямов. А сколько у самого Келли никто не знает?
Ну, я думаю, где-то 110-120к. Ну, Коляна. Ну, где-то так и есть, я точно не помню. Вроде как раз таки сотка. Джекс, есть у кого-нибудь? Да, сейчас поставят. Должен быть Джекс. Слушай, интересно, в Фениксе можно прописать ZSO? Стоп. В Фениксе можно прописать ZSO? А, слушай, я не знаю. Мелики не бейте пока. А поскольку она бьет вот это вот? 7-8к. Значит, выпад не работает. Центуриона отвожу. Угу. Инквизитор играю. Рядом с ним только не стойте. Кровостража тоже заберите. Повязку с него заберите. Маги. Умора, сейчас после трэша 2 минутки шмотки разрулим и будем слушать тебя. Может быть, перекура полтретьего? Ему надо шмот пароль. 2 минутки, ребят, вы покурите, мы разрулим, чтоб не забыли и т.д. т.п. Шмотки ты имеешь в виду то говно, какое водится, Олю? Ну, кому говно, кому нет. Ни одной, блять, воронки. Угу. Прям удивительно. Только пожалелся, блять. Почти воронка. Ступни не за 10%. Если ступни берутся. А, ну я не знаю, мне вот оффхенд там. Ну только один мне... человек рулит, нахуй, за 10% даже когда сказали. Так, я тоже один. Так, я тоже один оффхенд ролил, и мне дали фу ЖП. Потому что эти ботинки не есть бисы, не для ретриков. Не для АТК. Ну окей, этот топ-хенд есть лучше с этого. Джайна, например. Джайна, да. Мы убьем все. Ты там себя не убил? Нет. Я кушаю. Приятного аппетита. Просто в 3 часа ночи. Дать тебе не привыкать. А вот на хила? Вот это нормально. Я бы зафулил. Ну, поскольку хилам тоже 10%. Ну так, чисто. Друидом, шаманом. Не, каким нахуй друидом? Друида есть 6 духами. Сребра. Нет. Рулят, значит, друиды. Ну, больше никому не надо. Отдавай Машу. Наршам обесовано.
Как по мне. На торт там как собирается, мне пофиг. И на холипала тоже, да. Хотя не, на. Есть, конечно, слонота. Мастер, выруби, у тебя там телефон, походу, да? Рядом. Да, рядом, но он. Но помехи идут. А, Джилс, отдайте, пожалуйста. Вон стоит. Где-то. Поставил звезду. А, все, вижу. Да? Звезда. Чинимся все. Сразу говори, сколько тебе танков, кто в танка и т.д. т.п. 4 танка, 3 ДК и 1 фуривар. Ну, который бар, который в бар. Ой, все, я понял. Все, слушаем. Все готово, да? Чек на фуриварке зоны. Все, все тут. Пуляем босса, первый активируется череп, череп не имеет агро, не иммунен к таунту и бегает за тем, кто ближе. То есть будут мирики в зоне, тот таргет, кого он выбрал, начинает его кайтить. Кайтит череп исключительно вот по площадке, где стоят все мини-боссы. То есть может прям по кругу тупо кайтить, у него скорость бега замедленная, так что кто-то из мирика будет его кайтить, РД в момент его бьет. Следующий активируется трусы. Трусы мы заводим в трусы зеленые. Танчик трусы старый, на полно старого. Свечимся в трусы. Время от времени может кастовать эфир. Тобой на трусы, да? Да. Время от времени может кастовать эфир на милика. Значит, следующий активируется тёлка. Печень. Сейчас на неё поставлю. Печеньку, значит, Хант, Арнальд, Мисдирект, там сразу даешь, я тебе скажу, когда дать Мисдирект, даешь Мисдирект на микстуру, микстура, танчишь печеньку, вот здесь печеньки. Ни один милик не бьет печеньку, печеньку сливают только. Следующий активируется инженер, квадратик инженера, танчит Эвинар, танчит квадратики, значит, смотрите, я не уверен, что здесь ДБМ будет показывать именно каст бомбы. Но если будет показывать, я буду анонсировать. Если не будет, значит, смотрите. Активировался квадратик. Вы стоите, грубо говоря, вот в центре в луне. РДД бьют сразу. Милики стоят, ждут. Как только он кастанул бомбу под себя, вы подбегаете, начинаете бить. Считаете до 10, отходите от босса, ждете следующий газ. Он прокастанул, потом продолжаете бить. Это вся первая фаза. Мобы выходят по очереди. ХП у них хуйня. Сольем. Вторая фаза. Там, где стоит босс, появится оружие. Значит, это будет кинжал, меч, дробяшка, топор, посох, щит. Значит, топор забирает Эвинар, отводит в сторону. Топор заводит, топор и лук забирает Эвинар, отводит в сторону. По топору, первая цель топор, по топору играют РДД. Значит, милики... Блять, у меня просто метки кончились. Ориентировочно, значит, основной танк, точнее все танки танчат трэш вот здесь. Эвинар отводит свои таргеты в крестик. Вот тут. То есть топор и лук. Эвинар отводит в крестик. Остальные танки танчат все оружие в череп. Значит, приоритета по сливанию нету. Просто как бы миликом. Милики сливают АУЕ весь трэш, а РДД сливают сперва топор, потом сливают лук. Значит, когда мы слили, у нас есть на это ровно 3 минуты. Когда мы слили оружие, значит, Рога, Мучачар и Элрей, вы обязательно берете даггеры себе, подбираете и одеваете. Это ваша основная задача. Милики, можете одеть себе топор, паладины, фурики, бладыка там, ДДшники, АТК. Одевайте топор себе двуручный, он увеличивает вашу скорость передвижения. Это что-нибудь профитно на этих боссов. РДД одевают посох. Значит, главное, чтобы на хиле РШам ты одеваешь себе дробяшку. Ты одеваешь себе... Падают одноручки. Падают. Танковский нет. Эрастер Шаман
Рестер Друид Адилия одеваете себе дробяшку хиловскую, значит, танк Войд обязательно одеваешь на себя щит. Я могу вам как бы линкануть, если вы мешаете. Я линкую. Дробяшка, щит. Мне очень важно, чтобы был одет обязательно щит на танке, чтобы были одеты на двух рогах два даггера, и чтобы был одет хотя бы один посох. И дробяшка. Вопрос такой, двух рог законтролить не может сразу? Маловероятно, но может. Ну давай пусть у нас фурик. Мастер, ты фурик же, да? Да. Одень топор и кинжал, пожалуйста, тоже. Кинжал роги один от них? Да, да. Ну а если их законтролят? Просто если их законтролят, ну маловероятно, но это будет совсем уже не везуха, если их законтролят. Так, чуток, я никого не контролю. Нет. Не важно, в какую руку даггер. Не важно, в какую руку даггер. Ты их лучше одень два, как бы. Они все равно дадут ДПСа больше, чем твои пушки. Да хотя бы просто сворд и даггер. Ну окей, два даггера возьму. Да. Значит, это была вторая фаза, когда мы слили оружие, подобрали пушки. И кота заебало. Подобрали пушки. У нас сразу активируются все боссы на том месте, где они умерли. Танки, назначенные по своим меткам, соответственно, забирают свои таргеты. Пожилой ставит трусы, танчит. Печенька танчит мага. Квадратик танчит инженер. Милики сливают вот этого кайчущегося моба, череп, который фуривает. Он не имеет агра, вы его кайтите, мы его сливаем. Все сливают его милики и РДД. Сливаем череп. После того, как мы убили черепа, милики начинают бить трусы. РДД свечится в печеньку. Милики бьют трусы, РДД печеньку, соответственно, кто быстрее. Если милики заканчивают раньше, что маловероятно. РДД заканчивает печеньку, начинаем бить трусы. После трусов, самый последний, мы свечимся в квадратик. Это будет у нас инженер. Да, тактика тоже самая. Только в этот момент, на этой фазе, значит, трусы будет кидать Фир. Печенька. Она, по-моему, ничего не дает. Печенька ничего не дает. Да. Череп дает станы, это все прохиливается, печенька фиряет, трусы фиряют, печенька ничего не дает. Контроля, по-моему, на этой фазе нет, если не ошибаюсь. Короче, сливаем этих всех мини-боссов, если успеваем, если не успеваем, Войд, забираешь, короче, босса. Вот он появился, он спустится где-то в район черепа, в черепе ты его забираешь. И начинаешь потихонечку водить, то есть его постояли, побили 10 секунд, сделал пару шагов, перевели, водишь его по кругу, вот, то есть от черепа, там, через квадрат, например, и вот по этому кругу тебе заканчивается, как сейчас луна бежит, эта херня розовая, которая тут светится, заканчивается, вот по этому кругу начинаешь. На этой фазе будут активироваться фениксы. Фениксов танчит у нас Эвина. Эвинар, смотри, как только появился Феникс, кидаешь в него что-нибудь такое, чтобы ты была сразу первым по агро. Потому что Феникс атакует того, кто первый по... Он, значит, сагрила Феникса, отвела в стороночку, где вот этот чувак стоит. То есть приблизительно босс вводится как бы недалеко от черепа, по небольшому кругу, то есть милики легко свечатся. Отвела сюда, стоишь, танчишь. Появился Феникс, танк набрал агро, точнее забрал моба. Все свичнулись Феникс, потому что есть вероятность, что РДшники наши тупо не успеют его слить. Милики побили до 50%, на 50% идете бить босса. РДД доливают Феникса, появляется яйцо. Появляется яйцо, то же самое, милики, свичимся в яйцо, сливаем до 50% и свичимся обратно в босса. Бегать вам здесь минимально, потому что босс будет всегда рядом. Все, это будет фаза четвертая, когда тупо, блядь, босс будет кидать контроль на милизону, роги выбивают контроль. Во время этой фазы босс будет кидать на себя щит. Щит, поглощающий 300 тысяч. Щит нужно быстренько слить и сбить каст. Каст называется глыба маговская. Этот каст нужно сбить. Если мы не успеваем слить щит, а это вполне вероятно, на первый каст
вар прожимаешь ШВ и юзаешь щит. Обязательно вынесите себе посох на панель, щит на панель. И все. А, да, все. Значит, посох, можете просто, любой РДшник, кто берет посох, просто забежал в любую РД-зону, прожмал посох, например, на активного мага, чтобы вас просто не било, это будет резерв. А щитом обязательно пользуемся только на босса. Танчит, когда он кастует в тебя огненную глыбу, и ты чуешь, что ты каст не сбиваешь. Никто не сбивает каст, потому что щит не сбили, ты прижимаешь щит и ШВ. Есть вероятность, что ты выживешь, но возможно ты сдохнешь. Но вообще ты должен выживать. Как бы по лов-строте ты должен выжить со щитом один раз. Короче, вся четвертая фаза, переживаем вот эти вот фениксов, яйца, щиты, контроли, которые выбивают. Начинается пятая фаза, пропадают контроли и прочая херня, остаются только фениксы, и босс будет вас подбрасывать в воздух. Если босс вас подбросил в воздух, и вы тут же опустились сразу на землю, он вас подкинет еще раз. То есть вы опускаетесь, но не совсем на землю, то есть на небольшом расстоянии от земли, чтобы у вас было минимальное падение. Чтобы у вас было минимальное падение на момент приземления. Приземлились, все, продолжаем бить босса, по-моему, на последней фазе ничего особенного нету, тупо переживаем. Босса также продолжаем вводить все фазы, когда он начинает активироваться. Короче, съебать долго очень, я уже сам охуел, давайте пробовать. Чтобы мы немножко понимали. Стоп, у меня вопрос. Я соло стою на фениксах. Ну, а ты что, умрёшь? Не, я просто... Смотря в каком мне спеке надо. Я, да, буду попутно подсказывать, просто я, возможно, что-то даже забыл, просто только информацию, что ли. Вопрос. Даже мне. Ну вопрос. А что делать будут во время два других танка? Да идите нахуй, сука, вы тупые ебаные рот, дураки, сука. Чулан, заходи, бля. Ебаный рот, вы охуели просто. Че, нахера ты орешь? Плохо. Я не могу так. Надо пулять. Ну давай сейчас не вайпнемся, просто не спросим, замечательно. Ну, я прослушал это, мы, когда эта фаза начинается, этих петухов, когда мы инженера первого убиваем, чтобы он не станет. Первого убиваем черепа. Когда все активируются, все четыре моба активируются, первый сливаем череп, милики потом бьют трусы, РД бьют печать. Потом, инженер, когда сдохнет, инженер не станет инженер. Так, вопрос от Рогов. Как-то на эти даггеры нужно жмакать, чтобы снять контроль или не сами по себе? Нет, просто, вот смотри, меня законтролило, подбежал в меня и начал бить меня автоатаку. То есть никакими скиллами не юзаешь, только автоатакой меня. Ну окей. Понял? Все, да. Снимается изи как бы. Тот, кто носит одноручные топоры и мечи одноручные, бручные топоры, вам будет все само прокаться. Юзать нужно только щит и только посох. Последний вопрос задам. Антон, слышишь, меня какую хочешь брать? Да, блядь, какую хочешь. Можешь взять одноручный меч. Можешь взять двуручный. Да? Тебе вообще насрать. Все, и короче, сейчас череп, чулан зайдет. Ты на череп танка поставил, либо вы его кайтить будете? Череп не танчится, череп только кайтим. Кайтят его милики. Сейчас прям сразу заходят туда внутрь танки и милики. Есть вероятность, что он будет как бы на танке, и кайтим его только по внутреннему кругу. РДД на ступеньке не поднимал. Ан, го, пыльнем, а там видно будет. Сейчас, чучер. Короче, друг. Заходи. Да он не в дисконе. Ну, туда давайте хотя бы. Мы сейчас равно вайпимся, мы не убьем вас первого. Давайте посмотрим, чтобы все раздупляли вообще, как это все будет происходить, в каком порядке. Пристрелочки тут, так сказать. Ну, как бы не факт, что, ну, не гарантии нет, что мы убьем с первого трая или со второго, но его нужно траить. Все, милики пошли быстрее. Все милики зашли внутрь, на платформу, вместе с танками. РДД на ступеньке не поднимает. Смотрим, кого он берет в таргет, и когда он активируется, начинаем кайтить по кругу. Если РДД, то, блядь, тоже идете внутрь и кайтите. 5 секунд активации. 3 секунды. 3 секунды. Череп первый активируется. Ну. Джованни.
Рога, мучача. Убейте мне его, пожалуйста, на платформе. Куда вы побежали? Мастер. Меня откинуло. Шреддер. Да не туда, куда ты побежал? На платформу его приведите, пожалуйста. Ладно, все, дальше трусы. 3 секунды. Старый, заберешь трусы, ведешь трусы, дайте старому довести его до трусов. Не бейте его. Можете напулить на него, поехали, доведет. Сейчас будет фир. 3 секунды. Не дисплит. Да, он дисплит. Это физ. Живее. В принципе, изи. Первая фаза. Но на третьей фазе у них будет в 2 раза больше хп. Что сейчас? Так, следующая это тёлка. Дайте тёлку. Все, по тёлке только на пула. Дайте поставить печеньку в печеньку. Милики, вы вообще к ней не подходите. Давай, давай, красавчик, ДК, веди, 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 веди. Дайте дойти, бля. Это шмара будет кастовать теперь. Фридом да. Спасает. Дайте довести, довести, довести. Нет, Фридом не спасает. Я не слышал, как она станет, к сожалению. Все, Эвина, забираешь. Я даже... Звук включил. Оп, оп, оп. Минимум стоп лут вообще. Никто ничего не... Далее поставь. Милики не бьют. 4, 3, 2. Отошли, милики. Охуенно добавил. Ворвались. Блин, подымил лоха. Это по звуку включил. Лен, подними этого долбоёб. Отошли, милики. Пушки. Отошли все от черепа, отошли все от черепа. Встали в центр, в луну. В черепе только танки. Танки забрали, выбили топор. Топор и лук. Так, лук вижу, топор с рейда, пожалуйста, череп. Череп с рейда выбили. Агроа, танки агроа. Быстрее череп уберите и заберите агроа. Микстура, череп. Заведи вот этих всех бомжей, которых ты здесь танк. Ну это пизда. Блин, это нормально, что тут супер такой ватный. Ауешим, ауешим больше ауешим. РДД по луку собирали. Быстрее, у нас есть 1 минута, чтобы слить все это гоп. Ика, подними, пожалуйста, ты решай. Пятьдесят секунд, быстрее. Сорок секунд быстрее. Дайте иннер по доктору. Иннер по доктору. Я не знаю, что с Рогой, Мучачер, я бы одного раза. Сука. 2 раза. У нас Чулан тоже не инстит. Вдохновитель долейте. Больше всего хп. Все, разобрали вдохновитель, сейчас забрали хилы вдохновитель. Роги Даггера. Ебучий Андон, как он теперь будет заебывать? Все, РДД одели посох. Все, танки на позиции, быстро танки на свои позиции.
4 секунды у вас. Где посох, сука? Танки на позиции. Все, приспешно. Первый череп. Вот он, череп, поехали. Кайте мы его попробуем. О, больно. Т4. Дайте Киру прямо сейчас. Кайте мы череп. Так, Арнальд, преследование. Бомба от инженера. Кокс. На сапогах убегаю. Лой. Танчи он нахуй, поебать. Добили быстрее череп. РДД помогу, милики по трусам. Полторы минуты у нас. Так, Шаман Тотем, Кокс, читай гимн на ману. КДМ. Я прыгаю. Присарь обезьянного. Да, плохо без двух ДДшки. Да что-то как-то там, мне кажется, что это вообще изи босс нахуй. Тут... Да он не сложный босс. Он из ДПС. На Феникс можно будет. У нас минус один по ПРДД, минус один по... Дико подними ему часть. Да он, блядь, АФКшит, ебаный в рот. В смысле? По нему не проходит. Удалили трусы. Сколько там осталось? 30 секунд. 30 секунд. Не успеваю. Второго жестко. Пара не было. Пятнадцать секунд. Десять секунд. Так, Вар, ты ловишь босс. Долили квадрат. Так, Ивинар, ты уже идешь ловить феникса. Вара не уронить. Я танчу босса. А, ебать, микстура, ловишь я феникса. Мне что делать? Пока, игра чистая. Поднимите рогу, Ника. Сейчас будет контроль. Роги, внимание. Надо с этой лужи выбегать, ребят. Да, я забыл про лужу. С контроля выбили роги. А нет, у нас минус 2 пила. Сейчас попробуем. Давайте траем, бьем до последнего. Пока не бэкнемся. Что-то не выбивается нихуя, я его сейчас убью просто. Вот. Меня выбить, я сейчас планшот урею. Ну у нас минус один ровно, минус один даги. Так оно, блядь, не выбивается, смотри, я тебя бью, но не выбивает, какого хуя? Просто убью. Так ты мне автоатакой бью. Так я автоатакой бью. Ну попробуй скиллом каким-то уебать. Если я уебу его скиллом, он умрет за 2 секунды. Ты живой? Ты живой? Подожди, смотри, подожди. Ты жив, да? Сейчас контроль кого-то возьмет. Первый фейк. Ну прожми правой клавишей его. У него время действия 30 секунд. Его, по-моему, прожимать надо, если нет. Надо он прожимать. Не прожимает. Я хуй его. У него нет активной хуйни, нет КД на нем. Да, не должно быть КД, потому что вот. Плюс так, два дагера взять смотри. Не получилось, потому контроль. Что типа пишет, слышишь,
Два даггера взять не получилось, пишет уникальный. Смотри, Дью. Поевинар. Въебал скиллом, нихуя. Бью танка просто, смотри на него. Что это за хуйня? Попробуй куху в мейн руку взять. Я в мейн давайте, переставил, давайте, смотри. Давайте диван на семерку, будет дрочить. Ну потому что эти чуваки контроля тоже не поддаются. Ты думал, ты первый догадался про мейн хэнд? Я переставил, нихуя. Да я тоже бил, нихуя не вывалил. Два даггера не взять, потому что пишет, что у вас уже есть такой уникальный. Угу. Прожиматься, не прожиматься. Куда мы сейчас, да, будем все... Нет, не прожиматься. Ну, тремор тоже не работает. Возможный вас... эффект при попадании. Сколько, а почему Феникса никто не бил? Он переродил. Потому что сдохли все пиво. Это сколько... Господи. Сколько человек он в контор кидает? Троих. Давайте, может быть, на это назначим локов, которые... Они не контролятся. А они, по ним ничего не проходит, да? Вообще ничего не проходит. Я не знаю, вариантов нет. Переживать как-то эту фазу, ну потому что я не знаю. Вообще это все должно максимум с двух автоатак, это должно снимать. Кстати, блядь, вас должно... Смотри, быть... давай так, у нас 4 мага, нахуй. 3 приста, можно фериать, блядь, и шипать. В чем проблема? Ты что там, блядь, лысый в уши ебешься или что? Я сейчас кому рассказывал, что, блядь, они не контролят? Похуй, феряются зато. Ебаный, это пиво. Раздупляйся. Пушки во время трая пропадут? Я не знаю. 15 минут. 8 минут. 8 минут. Да, они пропадут. Одевайте свои пушки. Можно потом новые взять. Да, да. Я знаю, что можно новые взять. Я спрашиваю в начале трая. Ну да, попробуем. Пропадут они. В начале трая они бустанут неплохо. Только вы... Удалить их сейчас, потому что я бы их потом не сможет взять новый, если лежит. Так он пропадает через 8 минут. 8 минут-то не пройдет. Давайте хаваем рыбу, поехали. Так, я предлагаю, что я предлагаю? Выпить сапроты. Так как у нас третья фаза не контролируется, ну точнее вторая, третья фаза не контролируется на чем, то будем просто переживать контроль как-то, я не знаю, прохиливать. Не знаю, на что надеяться, я не знаю, почему они контролятся и почему даггеры не выбивают. Не знаю. Не знаю почему. Потому что там возможный эффект. А, ну так понятно почему. Сейчас я объясню. Вот смотрите, допустим, у кастеров, если ты кастера филил, то смотри, он вешает баф, короче, который дезориентация и станы, и какие-то еще контроли на меня не действуют. Может быть, стоит перед этим кастом просто снимать всем пути. Лужек на третье не стойте. И перед Феникса контролем. Только убили, яйцо сливайте. Вот. Ты предлагаешь как на леди, типа, снимать, да, пушки? Да, смотри, вот у меня, допустим, у кастера висит баф на 15 минут. Не восприимчивается к эффектам оглушения, немоты и дезориентации. Это не контроль. Это висит на всех. Но это висит он из-за посоха, по-моему. Ну да. Может, стоит оффать как-то или его не оффать? Не знаю, ладно, давайте попробуем, но мне кажется, что-то не вариация. Давай, только один, два, четвертый, давай еще трай, и нет, значит, блять, потом. Значит, сейчас все РДДшники, маги, локи, ШП, берете посох. Потому что этот ебучий дебаф вешается на 30 метров типа дистанции. Бах. Так, значит, даггеры есть. Дальше. Мейсу берет только рестор. Ну, танк берет War Щит. Ничего не меняется, будем сейчас смотреть. Главное, лужа, да, не проебывай. Чек на ФК, на бафы, на готовность, на пол. Короче, когда в контроль возьмет... Другие пытаются всем что угодно, там станы, фиры, может быть что-то дополнительное. Да, попробуйте по поводу контроля, потому что фир у меня точно не прошел, не восприимчивость. Возможно, там... не восприимчивость у тебя в сапрот, потому что мы под... Давай, братан, чекай, гуляй. Все, гуляем, нахуй, пушки сейчас пропадут. Поехали.
череп. Мои люди без них не могут. Пушки оденьте свои. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. 15 секунд. Во время трая пушка пропадает. Надевайте свои оружие. 5 секунд, вводит череп. Милики подошли к нему, милики, танки прям к нему под... Милики, давай, газуй туда, в центр. 2 секунды тебе еще, сейчас будет рекаст. Ты. Рок, мучает. И трусы даем. Нового молота не устоит никто. Устарите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. Больше вывести нет, босс. Отводи. 10 секунд будет эфир. Возможно, если отойти, то эфира не получится. Отошли все. Каст. Отлично, на рейнджере вперед. Нет, кого-то взял, кого-то нет. Вот здесь чулан он на одном рейнджере стоял, его взял. Сейчас печеньку. Дайте, дайте. ДК, убегай нон-стопом. На пол, на микстуру. На пол, на микстуру. Он вне зоны действия, то у него он тебя кастовать не будет. Милики, вообще не бейте эту хуйню. Вот, накинула лужу нахуй, все в дезориентации, ёбаный, вот про хильтеры. Лен, подними немножко. Ну, а дрони на мне. Добавка себе охотника. Инженер. Даст по охотнику, дайте. Милики отошли. Милики все отошли. Бьем. А здесь упрохил. Отходите, милики. А убили. Пушки, сейчас масс на пол, на танков любого. Именар, микстура, пожилой, на любого танка на пол дали. РДД по черепу. Ну, заберите, блин. Отлично, тут кто-то другой раз. Напишите чуваню, чтобы поднял флайт. Ой, блядь, а кому пишу, да? РДД по луку, милики куда? Подмите вот этого Мазерати. О, блядь. Пиво, как ты сдох, нахуй? Мили атака. Все, заводите всех. Заводите всех кучу. Но у нас минус 3 уже, это пизда. Надо нам ставить Эвинара на. Чтоб она взорвала трубу. У Юки еще Барнис. Да минус 3. Да ладно, бьем. Да смысл бить, время поем. Нужен Павлик. Нужен Павлик. 20 секунд до перехвата.
контроль еще раз проверим и падаем. Давайте, хорошо. Взяли, одели пушки. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас... Появляется череп, сразу Гера. Череп Гера. Мои люди тоже никогда не справились. Инженера заберите, пожалуйста. Выведи, ушли все от квадрата. Немножко кайте. Все, минус 6, падаем. Нужно контроль проверить. Обе рохи дохлые. Смысла нет. И вар дохлый. Воет, возьми. Дивана, раздайте нам. Сейчас я сейчас повешу. Маги даггер оденьте. Кто там даггер одевайте, кто может. Мы не успели, у нас не танки, не успели встать на позиции, ничего, я повесил на себе СС, падаем, давайте живем. Все, так, давай, хорош с этим моком, пошли из два мана. Еще через трайдинг сделали. И пойдем. Да, и Винара надо поставить на трэш. Потому что не вывозит, почему-то танки не справляются с пушкой. Значит, сейчас, смотри, падайте живее. А, сейчас топор и лук забирает микстура. Микстура, ты тут еще, нет? Ты не офнился? Да. Ну я так и делал, с меня забирали. Все, микстура, забираешь топор и лук, крестик, и Винар, пожилой, и Войд. Танчите в черепе. Весь остальной отрыв. Живее, умрите, пожалуйста. Не бегайте от них. Все, даем на срез. Не-не, Маки, тут дальше будет толк от хил. Ставлю рыбу, давайте фастом бахаемся. Так, у нас микстура что-то. Так, микстура. А, чулан. У нас тарал. Они охнулись или у меня забавился он дома?